Всем привет! Давайте сегодня сделаем вот такой горшочек. Главная проблема его в том, чтобы он был достаточно устойчивым. Потому что цветок массивный и грузик должен быть тоже не маленьким. То есть маленький грузик, который можно вставить сюда, нам не подходит. Нам нужно большой, ну, такого хотя бы размера. Его мы поместим в центр шарика. Ну вот и все. Приступим к работе. Для горшочка возьмем 12 шарик, для грузика 5 любого цвета, 2 отрезка ШДМ-ки, отрезок трубочки. Ну вот, от таких вот палочек для шарика пластмассовый. Канцелярский зажим. Ну, я намотал резину, чтобы можно изоленту намотать, чтобы не испортить шарик. Еще нам нужна будет спица, маркер. Так, начнем. Берем один отрезок ШДМ-ки, нанизываем на спицу, просовываем в трубочку, чтобы с двух сторон торчала ШДМ-ка. Завязываем узелок, один, второй. Сильно не надо затягивать, потому что узелок должен быть большим, чтобы не проваливаться в трубочку. Так, лишнее можно обрезать. Теперь наметим макушку. Натягиваем, ну, чуть-чуть натягиваем ШДМ-ку, чтобы узелок не болтался. Просовываем эту трубочку в пятерку. Вот так вот. И просовываем эту пятерку в 12-й шарик. Совмещаем узелок с нашей меткой, с макушкой. Берем зажим, фиксируем. Берем второй отрезок ШДМ-ки и завязываем узелок этот. Сильно пока не затягиваем. Снимаем зажим. Вынимаем трубочку. А вот теперь затягиваем уже посильнее. И завязываем еще раз вторым узлом. Так, вот что у нас получилось. Смотрим, где у нас тут пятерка. Пятерка. Вот это уже не нужна. Значит, сейчас я пойду в ванну и налью воды в эту пятерку. Ну, просто надевается горлышко на кран. Вот это вот пятеркино. Открывается кран, наливается и закрывается. Все. Тут ничего сложного нет. Я надеюсь, все это знают. Итак, значит, завязываем пятерку.
держим этот хвостик и надуваем. Думаю, вот такого размера хватит. Подтягиваем хвостик. И обматываем его несколько раз. Чем больше, тем лучше. Завязываем как бы. Все. Вот у нас получился устойчивый горшочек. Теперь берем наш гиацинт, который я сделал 3 дня назад. Дождался он таки своего часа быть посаженным в горшок. Так, берем 260-й шарик. Сколько оставлять, я не знаю. Ну, оставлю 4 пальца. Сначала делаем кольцо поуже. Ну а теперь кольцо пошире. Это будет задняя сторона, это будет лицевая. Вот. Ну, сюда еще можно бусики сделать белые там или какого-то другого цвета. Так, проверяем на устойчивость. Достаточно устойчивый получился горшочек. Ну, спасибо всем за внимание. До свидания.